Вы хотите на самом деле улучшить свою жизнь и пробить этот стеклянный потолок? Это полезно сделать один раз. Два, ты сможешь. Ведь в году всего 9 тысяч часов. Где вы находитесь в данном случае? Какое место вы там занимаете? И хочется новый, другой образ жизни. Где, в какой кусок времени, что я делаю? И тогда все, не нужна большая доза. Всем привет! Сегодня разбираем тему, как пробить стеклянный потолок. И вас ждет 5 интерактивных тестов для осознания своего статус-кво. Опыт исследователя большой, я написал диссертацию, поэтому тоже очень много чего изучал. Как правило, люди, которые работают full-time, неважно, на работе или бизнес у них, вот просто они загружены нон-стоп, то тогда они, где взять, как бы так разгрузиться, чтобы что-то поменять. На самом деле человек может где угодно находиться. И обратите внимание, что это только способ. Потому что я, например, знаю людей, которые зарабатывают, ну, привычно же думать, что employee, наемный работник, это тот, кто мало зарабатывает. А, например, self-employed, который зарабатывает там больше и так далее. Но это не обязательно. Инвесторы они анализируют, потому что риски должны сопоставляться. Если я рискую там $1000, то я предполагаю заработать 10 тысяч. И я могу раз проиграть, 2, 3, 4, 5, а на 6 выиграть, и я в плюсе. Ну, в смысле, если я по 1000 вкладываю, да? И вот этот коэффициент, расчет, он есть. И это психологическое свойство. Это не нужно, не надо быть математиком для того, чтобы это делать. Это склонность к игровым или к профессиональным рискам. И она очень психологична. Ну, ее можно осознать. Который что делает? Он делает, он вообще не понимает, как вот он это делает. У него просто это получается. Его спрашивают, как ты это делаешь? А я это, не знаю. Ну, и все. Да ему нет времени. Нормальные бизнесмены, все лучшие бизнесмены, они не учителя. Они не могут научить вас ничему. Те, кто хотел прийти на мой мастер-класс, но так и не дошел, я вас приглашаю. Это было круто, будем повторять.